Бывший боец UFC, ныне выступающий в Bellator, голландец Гегард Мусаси, дал интервью по поводу реванша с российским бойцом Александром Шлеменко. Мусаси говорит: «Конечно, когда я шел в бой, я чувствовал, что являюсь фаворитом в бою. Но уже на первых минутах что-то пошло не так, он сломал мне орбитальную кость, и это изменило весь поединок. Как только я пропустил удар, я понял, что с моим глазом все очень плохо, и на этот случай у меня не было плана на бой. Так что я схватил его и перевел вниз. Я отчаянно искал возможность для сабмишена, потому что знал, что бой могут остановить в любой момент. Шлеменко нанес мне очень страшную травму, я до сих пор не вижу нормально, один зрачок больше другого, это ужасно. Некоторые фанаты продолжают говорить, что я проиграл. Могу сказать, что я никогда не дам реванша Шлеменко, и пусть они этим подавятся. Я унесу эту победу с собой в могилу, и мне плевать на все, не буду больше драться со Шлеменко. Я выиграл, и теперь дерусь с чемпионом. Возможно, он не слишком известен, но совершенно заслуженно владеет чемпионским поясом. Если я выиграю этот бой, у меня появится возможность проявить себя в полутяжелом весе в суперпоединке, так что эта победа очень важна для меня. В случае успеха меня ждет очень много хорошего. Если я поднимусь в полутяжелый вес, я хочу драться за титул», – заявил Гегард Мусаси. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А если вам не понравилось видео, ставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось.